Сергей Дженки! Сейчас пойду. Привет, Попеч. Так. Я тут пробил некоторую информацию, что до марта 2015 ты был никому неизвестный дотер. Ну, это ложь, так, кстати. Что ты сделал в этот месяц? Что послужила твоя популярность? Неужто вправду тебя расфорсили школьники? Так или иначе, твоя популярность появилась благодаря хайпу. А до этого тебя знали малость. Ну, не скажи. Мои фразы и все такое юзали еще задолго, как бы, так сказать, до того, как я начал регулярно стримить, прямо регулярно. Мои фразочки юзались на 50-100 тысяч зрителей еще в 2014 году. Многие стримеры начинали с юзания моих фразочек. Например, кто? Например, на Продоте есть, как бы, не, уже нету давно. Раньше такой был Дебик на ПД, Альтабиба. Вот, например, он юзал мои фразы, как бы, я не знаю, когда это еще было, блядь. Мне просто когда-то кто-то сказал, то ли в 2013, то ли в 2014, что там вот челик стримит, юзает твои фразы. Вот. То есть, понимаешь, как бы я всегда был известен, ну, так сказать, не полностью в это комьюнити, а вот в паб комьюнити, ну, я всегда был самым известным пабером всю жизнь. То есть, как 10 лет назад, так и сейчас. То есть, всегда был самым известным. А вот, ну да, стримы, конечно, намного больше известности. Но тут суть в другом. Вот, скорее всего, ты просто вот меня не знал, а ты меня узнал. Они, типа, меня расфорсили,